подразумевается? У вас лагерь или что у вас? Или дворец у вас подразумевается? Сдувает огонь. Три тысячи, господин! Три сто, госпожа, три сто, 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 три с
4500. 4000. А у тебя есть сердце? И зачем тебе рабыня? 4000, господи. Ну, зайди, посмотри свой товар. 3200. 4. 4 лица. Лучше я буду. Мне жасла нужно купить. Куда ты, господин, господин, куда ты? Он где продает авто? 3600. 3800. 3800. 3800. Я ж думаю, брать. Давай, слушай, а можно там?
нашим войскам. Стена просит всех граждан непрестанно молить богов о победе наших легионов, чтобы слава Рима была видна в веках. Аве! Аве! Для всех же гостей нашего фестиваля я сообщаю, что буквально через несколько минут на Марсовом поле начнется показательное выступление, в котором мы хотим рассказать и показать вам историю восстания кельтов под руководством королевы Паутики или Бладицеи, как ее долго звали на римский манер. Как я уже сказал, восстание Паутики поддержало не только ее племя, но и довольно многочисленные союзники, в том числе и те, кто перед этим сражался против Рима и его союзников. Кельты решили забыть племенные распри и объединиться для того, чтобы сбросить римское владычество. Восставшие кельты сожгли несколько римских городов, уничтожили их укрепления и полностью вырезали жителей. Мы видим, что кельтское войско приветствует свою королеву. Ко времени римского владычества колесницы в боях уже не использовались. Они стали архаичными и против хорошо вооруженных римских легионов не могли сражаться. Мы видим, что королева спешилась и сейчас обратится с речью к своим воинам и к своим союзникам. На призыв королевы откликнулись множество племен. Она обратилась к ним с речью, суть которой заключалась в том, что она призывает их не как своих подданных, но как кельтов, как свой народ, для того, чтобы они вступились за нее, за ее семью, но также и за себя, против произвола римлян, против чужих законов, против насилия и грабежей. На британской земле. Куда бы ни приходил легион, первым делом он окапывался, строил укрепление. Поначалу это был только небольшой вал с колями поверху, но даже такое укрепление было весьма прочным, если защищалось отважными и дисциплинированными солдатами. Дороги! Дороги! Тысячи и тысячи воинов империя.
Мы видим, что один за другим на поле боя выдвигаются регионы и заходят в тыл восставших. И теперь они оказались все в Иди тут назад! Мы видим, что численность сражающихся почти равна. Однако понимаем, что у кетов уже нет шансов. Плохо вооруженные, почти никак не защищенные. Они кинут один за другим, в то время как железная стена легионеров стоит непоколебленной. Интересного, они теряются.
все желающие принять участие в боях. Получите специальное снаряжение. Это деревянные гладиусы, которые найдены археологами и которые, видимо, реально использовались для того, чтобы учить новобранцев фехтованию и тактике боя. Кстати, там же его нужно будет сдать, потому что оно завтра вам еще пригодится. Итак, те отряды, которые вооружились, выходите на поле и выбирайте сторону. Делитесь на две примерно равные по численности группы. Расходитесь по клубам на две стороны. Распараться с твоими родителями. Кузнецов Артур, 11 лет. Подойди к ближайшему сотруднику полиции или организатору с рацией. Вещикова Даша, 7 лет, находится рядом с твоих родителей. Вещикова Даша. Уважаемые гости, обратите внимание, видимо, рефлекторно. Воины наши разделились на римлян и варваров. Видимо, это в крови. Римма мог даровать победителю, победоносному полководцу величайшую честь, величайшую награду. Которые в разные времена, в разные эпохи даровал город Рим своим самым успешным и знаменитым полководцем. Завтра в 15 часов триумф. Его главная часть пройдет на арене. И если вы хотите на нее посмотреть, покупайте билеты на арену, на триумф. Касса и Иса.